Слава богу, все закончилось. Да, если не считать того, что мне все еще надо бы втюхать кому-нибудь 10 тысяч тюбиков смазки для задниц. Я провел небольшой маркетинг и слегка изменил название. Собираешься выдать мазь для геев за блеск для губ? Гадость! Какой идиот на это купится? Гас, это потрясающая штука. Мои губы стали мягкими, как у ребенка, да еще мятой пахнут.